Приветствую вас, аноним. Ага, во-первых, хочется сказать, наверное, что вы ничего, конечно, своему мужу не должны. В том смысле, что вы не должны поддерживать его. Если не хотите, вы не должны что-то делать для него, если не хотите. Вы вообще ничего не должны ему, если не хотите. Только в таком случае возникает вопрос, а зачем вы находитесь с ним в отношениях, зачем вы находитесь с ним, в браке, с мужем, ради чего, для чего, чтобы что? Ведь если люди находятся в браке, то они стараются друг друга поддерживать, у них есть друг другу какие-то чувства, у них есть друг другу влечение, у них есть понимание друг друга. В вашем же случае ситуация звучит так, в вашем случае ситуация складывается так, что и вы перестали обращать на него внимание. Кстати, почему вы перестали обращать на него внимание? И он перестал тоже это делать, правда, после некоторые травмы в его жизни, которые связаны с его мамой. И в этой ситуации не совсем понятен контекст ваших отношений. То есть не совсем понятно, как у вас все складывается, как у вас складываются отношения, как они у вас вообще развивались и, возможно, развиваются до сих пор. Я хочу сказать, что пока что это не очень понятно, потому что слишком мало вы предоставили, по-видимому, информации. Информации, в том числе и о себе. Итак, здравствуйте, мне 34 года. Сижу в декрете 3 года. Двое маленькие погодки. Вот полгода назад у мужа умерла мама. Внезапно. В это время я лежала с младшим в больнице, мне было не до них. Вот, что вы вкладываете вот в это слово, мне было не до них. То есть, я не считаю, что вам должно быть до них. Я не считаю так. Я не считаю, что вам должно быть до них. Я не считаю, что вы должны, например, что-то чувствовать, если, особенно если вам не хочется, особенно если у вас нет какого-либо стремления, да, и так далее. Но какое отношение вы вкладываете в то, что вам было не до них? То есть вам было все равно, как вы, условно говоря, дали понять мужу, что вы с ним, что вы ему
сочувствуете, что вы его поддерживаете и так далее. То есть это очень важный, на мой взгляд, момент. Как выглядели на тот момент ваши с ним отношения? Дальше. Вы пишете, просил про его мамы. Наверное, вы имеете в виду, спросила про его маму, вы спросили. Про его маму. Ни слова, потому что ему плохо. Ну, это, да, очевидно, мама была ему дорога, да и, в общем-то, для любого человека его родитель имеет всегда достаточно важное, достаточно значимое достаточно значимую важность, потому что это как-никак родитель, это самый близкий, ни много ни мало, человек. То есть, что вы, собственно, ожидали, чего вы ожидали? Вот. Вы ожидали, что ему, ну, не будет плохо? Или что? Или как? То есть, вот опять же, да, здесь момент. Какой? Что есть некое значение, которое вы придаете этому факту. То есть факту того, что вашему мужу было плохо. Что ему плохо. Вот. То давайте вот этот момент с вами тоже откроем. Чего вы ожидали? На что вы рассчитывали? К примеру. Да? Это было бы очень здорово отметить и разобрать. Совершенно очевидно, что для мужа это, возможно, травма, и травма достаточно серьезная. А после этого дня он перестал помогать по дому и с детьми, перестал разговаривать, строить планы, не советуется сам все покупать, перестал мне давать деньги на расходы, если спрашиваю денег, говорит, зачем тебе, и сам все покупаю. Ну, опять же, одно дело, если это исключительно в контексте его потери. Одно дело. Другой вопрос, если это связано все-таки больше с контекстом ваших отношений с ним. Это немножко другая история. Вот очень важно определить это. Так все-таки одно или все-таки другое. Дальше. Так, сам все покупает, меня такая жизнь не устраивает, мне сейчас очень тяжело. Из-за чего тяжело? Уйти тоже не вариант. Как мне быть? Как быть, чтобы что? Давно перестал на него обращать внимание, он наоборот раздражает меня. А с какого момента аноним вы перестали обращать
на него внимание? С какого момента вы перестали это делать? Чем он вас раздражает? Знает ли он, что он вас раздражает? Понимаете, какая штука? Вот, это очень важная деталь. Как связано то, что он вас раздражает, и вы не обращаете на него внимания, например, с его потерей, допустим, мамы, с тем, что он так изменил к вам отношения, а вы перестали на него обращать до или после того, как он перестал вам помогать? А какая между вами была связь, была ли она? Было ли между вами взаимодействие? Если да, то какое, как вы взаимодействовали? В чем конкретно он вас раздражает? Это тоже все очень важные детали. Поэтому вы спрашиваете, как быть. И я задаю вам вопрос, уточняющий вопрос. Как быть, чтобы что? Что вы хотите получить? Чтобы он помогал вам? Тогда, возможно, вам стоит обращать на него внимание и продемонстрировать, что он вам важен. Потому что иначе это просто использование человека в не самом лучшем контексте. Определитесь, пожалуйста, с тем, что именно вы хотите. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.